Активист из поселка Жаворонки Ян Дробышев растапливает тульский самовар. Это один из экспонатов его домашней коллекции. 30-литровый красавец сегодня пыхтит как паровоз, зазывая гостей праздника на чаепитие. Этот самовар где-то 1921 года. Он был в плохом состоянии, но он отреставрирован. Я ему вернул вторую жизнь. И вот сейчас мы его видим в таком хорошем виде. Спортивный фестиваль ко дню пожилого человека — инициатива Общественной палаты. Идейный вдохновитель — председатель Захар Иванов. Нам года не беда и душа молода. С таким утверждением согласны все участники соревнований, вышедшие 25 сентября на старт. Я бы назвал этот праздник «День опытного человека», потому что именно у вас содержится весь опыт и вся память Одинцовского района. Я хочу вам пожелать здоровья в первую очередь. И сегодня нормально так, знаете, отжечь. Со смехом, с юмором. Есть у нас горячий чай, пирожки. Походите, угощайтесь. В преддверии Международного дня пожилого человека гостей праздника поздравляют танцевальные коллективы, спортсмены, певцы и поэты. Член Союза писателей России Владимир Мареников-Яшин поэтично заявляет: «Одинцова, мы любим тебя». Зрители срываются на овации. В спортивной части праздника все внимание приковано к командам-участникам. Это дети войны, офицеры России и ветераны Чернобыля. Из соревновательных дисциплин — шахматы, шашки, айшток, поднятие гири и армрестлинг. У нас и заслуженные судьи, и приглашенные Одинцовского нашего района. То есть и сами пожилые люди, они захотели принять участие в организации этого праздника. Мы с удовольствием откликнулись, ну вот он проходит. Задорные и оптимистичные, инициативные и целеустремленные одинцовские пенсионеры не привыкли сидеть на месте. Они поют, занимаются спортом, участвуют в самодеятельности и общественной жизни района. Современно пожилые люди, ну как, они не хотят дома сидеть. Мы хотим где-то быть в курсе событий и участвовать. Поем, танцуем, играем, гуляем. То есть мы все в активной жизни. Современные люди пожилые, вы знаете, что очень хороший и справедливый народ. Они деятельные, готовые участвовать во всех повседневной жизни Одинцовского района. На сцене ансамбль «Бабочки-бабеночки», а на финишной прямой участники турнира по айсштоку. В спортивном фестивале нет победителей и проигравших. Это добрая встреча друзей. Некогда скучать, говорят наши бабушки и дедушки. Попробуй, догони. Чтобы было все хорошо. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».